Айс, выпрямись, а то ты это. Ну, вот и все. Вот неправильно размера. Вот и первый катеж. Айс такой очень наглый. Пиздец. Вот и второй катеж. Тося, Тося, да, Тосенька, Тосенька, мальчик, да? Кого мы в гостях? Мы в гостях у Тосика. У меня не диабетик, но я вижу. Ну, конечно. А ты пошел лоток изучать? Вот лоток надо было изучать до того, как ты навалил в углу. Мне было времени ждать. И мячик Тосикин закопать. То есть кем я только не пахну, да? Узнает меня под люка, между прочим. Ну. Что ты делаешь? Зачем чужие игрушки ломаешь, ну? Лиса. Он говорит, что он ложить остается. Хочу две лисы, Лен. Ведет себя хорошо, да? Чай буду. Ваша гадкая кофе пейте сами. Еще Тосян довольный такой, да? Друга привезли. Ну, Тосян, по-моему, без друга обошелся. Ну, интересно же. Еще Леша есть подарок. Кто-то нашел жратву. Если хочешь, чтобы у Тосяна осталась еда, то миску стоит забрать. Ну да, он съест. Вы же так не сомневаться. Ну пусть Тося будет знать, как он ест. А ты что сидишь в лодке, дурачок? А сначала что? Кто-то ест из твоей миски. Да, Тося. Пищевой конкурент к тебе приехал. Ты меня изучаешь. Да. А если у тебя сервис есть? А если это чужая еда? Привет, так что быстро. Он настроен уже все съесть. Ну, он то не один живет. Он знает, что в большой семье как бы ничем не щелкают. А с совестью и страхами у него не задалось. Да, Тосенька? А ты не брала корм? Да, прям это сейчас был енот-енот. Вообще реально. И шипит. Это точно лиса? Мне сказали, что лиса. И смотри, айс такой, ему так важно, что там на него шипит. Да, айс? Айс, ты проникся тем, что там шипят? Да, говорит, даже голову поворачивать, в общем-то, лень. Ты все съел.